Тут ничего нет. Мне это надоело. Нейт? Это Дрейк. Он ничего не нашел и умер здесь. Вот тебе и величие. Потратил жизнь впустую. Нейт, надо уходить. Ты готов? Да. Конечно, готов. Должен же быть отсюда выход. Там наверху какой-то механизм. Эй, там лестница. Я могу дотянуться, если ты меня подсадишь. Залезай. Ты тяжелее, чем кажешься. Достаешь? Это что-то типа лебедки, что ли? Тут веревка. Я попробую ее к тебе спустить. О, я вижу туннель. Тут можно выбраться. Привет, парни. Тише, Эдди, тише. Что там такое происходит? Ты их не видел? О, нет. О, господи, нет. Нам конец. Это что такое? Нам конец. Нам всем конец.
Вернись! О, черт! Дрейф, если мы не выживем, хочу, чтобы ты знал, я тебя ненавижу! Ага, взаимно. Ну, приступим. Тут они нас не достанут. Нейт. Что? Где это мы? Я не знаю. Пошли! Ого. Да, вот откуда подлодка на Амазонке. Нейт, иди посмотри. Они его нашли. Проникли в хранилище и все оттуда вынесли. Да, но с монастырем-то какая связь? Не знаю. Что-то не складывается. Если статуя теперь там, это значит, мы были прямо над ней. Наверняка этот лифт ведет наверх.
нацисты не оплатили электричество. Да чтоб тебя! Если добраться до машинного зала, можно восстановить подачу энергии. Только сначала надо найти выход. Стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я нашла выход. Молодец. Ага. Ну что, пошли? Нет. Тут ты сам, ковбой. В смысле? Нейт, ты же знаешь, я не допрыгну. Я тебя не оставлю одну с этими монстрами. У нас нет выбора. Ты включишь питание, вернешься за мной, и потом мы отсюда смоемся, ладно? Иди уже. Я скоро вернусь. Ага. Салливан, ответь! Нейт! Ответь, Нейт! Да, бесполезно. Сигнал не проходит. Что тут у них произошло? Черт!
Это, наверное, машинный зал. Какой-то сегодня на редкость паршивый денек.
Ясно. До них добрались эти твари. Как отсюда выбраться? Эльдорадо лежит страшное проклятие. Испанцы выпустили зло и превратились в демонов. Моя команда погибла. Я несу бремя в одиночку. Корабли не покинут остров. Я уничтожил их все и затопил проклятый город. Великое зло не должно покинуть эти берега. Предсмертный час я посвящаю душу Господу. Да пощадит он это несчастное место. Фрэнсис Дрейк. Господи. Ну опять. Уже руку набил.